практически все одинаково хорошие. Но КВН-лист КВН, он подразумевает количество баллов. Поэтому, если вы уже посчитали, конечно, вы можете сами сложить, но мы сейчас вам объявим результаты. Итак, награждается 10-й А-класс за победу в номинации «Новогоднее настроение», набравший 26 баллов. Награждается 11-й Б-класс за победу в номинации «Творческий подход», 27 баллов. Награждается 10-й Б-класс за победу в номинации «Самые дружные» 29 баллов. Номинация «Самые веселые и находчивые» 11-й А-класс 31 балл. Ребята, еще раз всем спасибо, всем с наступающим Новым годом.